На! Трусами его убил просто. Ага. Да! Да! Здорово! Оу! Чуваки, вам не повезло. С тобой, Виктор, это TAPS. Totally Accurate Battle Simulator. И я не играю в какие-то там волшебные моды. Хотя, может быть, и следовало бы. Ну-ка скажи мне, следует мне в моду играть или нет? В этой игре очень много интересных модов, куча всяких юнитов понаклепали. Дисбалансных, конечно же. Ну, что, на впервые, что ли? Ну, я воркшопом занимаюсь, я лажу, прохожу уровни, которые делают для меня. Чтобы интересное название было, да? Сколько тут для меня сделали? 48 модов. О, смотри. Витек П. Зунби Апокалипсис. Зунби. Это даже не зомби, это зумби. Так, надо брать. Берем зумби, играть будем. Хейтер Компани Бэтл. Какие названия классные, а? Давай зумби. Пошли посмотрим, кто такие зумби. От Андрюшки. Да, от Андрюшки. О, а здесь много. Какие названия идеальны. Смотри, ЗД, ЗО, ЗМ, опасно, Рейдару, Богу. О, ладно, потом почитаем. Поехали. Посмотрим, что ты нам тут предложишь сделать. У меня 180 денег. Вы их не видите, но я... Ну ладно, давайте я сжалюсь над вами. Я сегодня немножко подлечу. Можно сказать, посадил себя на пику того чувачка, который он там внизу стоит. А что у нас есть? У нас есть 180 денег. Что мы можем взять на 180 денег? Фермеров, клаберов и метателей копья. Ну, как вариант, можно попробовать метателем копья самому поуправлять. Хотя, мне кажется, у него перезарядка очень длинная. Ну, смотри, там 4 клабера, я могу только 3 клабера поставить, не больше. Есть ли вероятность победить за клаберов? Ну, попробуем сначала пометаем копье. Они же зумби. Вполне. Беги! Беги, Витя! Да не, это нереально. Так, ладно, самому не получится. Метатель кирпича. Фермер. Получается 3 клабера. 3 клабера, я думаю, здесь никак по-другому. Так, давай попробуем. О, видали, я им подножку положил. Пацаны, давай. О, меня убили. А я за каких играл? Я за красных. Нет, да я же ударил его. В атаку, пацаны, лохматики. Фига себе, он моего вырубил. Да чё ты, на тебе. За что ты моего вырубил, своего? Да капец, вообще развалили, как делать нефиг. Ладно, я понял, как более-менее надо это делать. Подходишь вплотную, а потом бьешь. Вот так вот, видали? Да блин! Что у него? Опять! Это опять оно! Он опять ни при чем. Ты это видишь? Он ни при чем. Так. Блин, чё их так много-то? И все опасные. Ты издеваешься, что ли? Что у них со взглядом каждый раз, а? Так, давай попробуем каменючника. Вселяемся в каменючника и пробуем отходить, чтобы они как-то в линию, что ли, выстрелились, чтобы каменючникам один раз кинуть и всех закидать, как говорится. Давай вот здесь вот попробуем их принять. Куда это они? Ага, они не знают, что такое лестница. Понял. Бжу! Что за звук страшный? Минус 2. Ходим по лестнице. И они такие, о боже, он нас обманул. Пошли в обход, пацаны.
Он нас обманул! Боже! Я сейчас... Нет-нет-нет-нет! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо! Уйди! Уйди, пацан! Нельзя здесь ходить! Нельзя здесь ходить! Блин, черти! На! Попал, нет? Это было смешно. Давай, 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 до лестницы. А! Беги. Беги, чувак, беги. Ух! Снес пацану лицо. Давай залезь куда-нибудь повыше. Во. Хопа. Не попал, не попал. Ха. Так. Тихо, тихо, тихо. Вставай. Вставай, чувак. Чел, вставай. Ну что ты пью? Такое ощущение, как будто кто-то кричит. Пью. А? Да! Ха-ха! Победа! Хорош, ведь дали какой секретный камнемечек у нас получился. 450 денег и здесь еще больше говнюков. Что у нас есть? Арчеры, фермеры, все то же самое. Блин, боюсь, придется брать лучника себе, слезать на эту горку. Что, я же могу прямо на эту горку встать изначально и не слезать оттуда. Сразу вселиться и с этой горки всех расстреливать. А? А может, он... А, на тот столб нельзя, он не в нашей зоне. Ну да, видимо, с горки всех обстреливать. Я просто боюсь, что они как-то... Там встанут вокруг горки, начнут тесаться, что я не смогу в них стрелять. Ну, попробуем. Так, а что еще можно сделать? Ну, давай сквайров еще поставим. Так, отлично. Я готов к отстрелу. Долгая миссия будет. Ой, долгая. Пыньк, попал в кого-то, смотри. На, не попал. Ну, конечно же, наши сливаются, и я должен тут... Же, наверное, все-таки нужно было, знаете, кого этого... Чувака этого брать, блин, с булыжником. Ну, потому что он хотя бы там оптом как-то накрывал бы. Смотри, они тащат трупы зачем-то с собой. Я в труп, что ли, попал? А здесь он не залезет сюда? Кто-то стрельнул. А! Ой. У меня игра упала. Ха-ха. Нормальный вариант выхода из ситуации. Так, а там сохранился прогресс, надеюсь. Блин, сложная миссия на самом деле. Чувак мне подогнал. Да. Сохранилось. Ну, давай булыжника все-таки туда положим. Слушай, ну эти мелкие-то лезут сюда. Печально. Можешь вот на этот дом встать. Булыжничником. Поставить здесь несколько клаберов вот здесь вот. Пусть они там их завлекают, так сказать. Стой, куда пошел? Смогу я далеко кинуть? Господи, ты чё? И как я теперь буду кидать? Надо попробовать. Я так и кидаю, прикиньте. Блин, надо же было так упасть, а? Ладно, я тут труп.
Так, а чё он так странно кинул-то? Ладно, пошли. В атаку! В атаку, мои войска! Готовы! Артиллерия, пли! Странно всё-таки. И как ты будешь этим кидать? Ну-ка, мне очень интересно. Наблюдаем. Как в боулинг из-под юбки, знаете? Вставай, вставай! Вставай, там Халф бежит! Беги, беги, Витя! Не-не-не-не-не-не! Стой! Стой, говнюк! Отпусти меня! И чё? Почему? Почему я его не убил? Чё за фигня? А, еще один! На! Трусами его убил просто. Какая, блин, дичь происходит, адская. Отстань от меня, маленький пузатый чувак. Нет! Ну как ты мог-то? Чуть-чуть не хватило. Вообще одной копейки какой-то. И... Опа, даблхит! Давай прям мясо. На. Смотри, он танцует, танцует с ним такой. О, слушай, мы побеждаем. Да, победа! Мой великий швырок, как говорится, на минус 2 победил. Слушай, тяжело. Видели, там Халфинг такой взял этого моего дубинчика, такой ту-ту-ру-ту-ту-ту, как голубая лагуна. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Мне кажется, здесь фермеры просто всех перебьют. Так-то. Давай попробуем. Одного себе возьму. Буду насаживать халву. Опа! Ой, чувствую, халву сейчас меня насадит. О, не-не-не, что вы делаете? Уходим, уходим из этого чувака. Видели, они меня схватили за шею, так вот надрали. Что это? Что это? Что это за стрелоголовый монстр? Боже мой, как это смешно было. Они так и ходят втроем. Блин, какие они стёмные. Ладно, это было изи. Опасно. Называется опасно. Ну, если честно, я не вижу ничего опасного. Ты мне еще столько денег дал. На катапульты зашвырнуть пару шаров. Сквайров только поставить, чтобы они там собрали всех. Ну вот, блин, а что они выжили-то? Успеем, успеем, не успеем. Давай. Один остался живой, ты прикинь. Это откуда? Косяк. Нормально, своим пожертвовали. Одна осталась с косой. Давай, перезаряжаемся и побеждаем. Давай. Ну, ну, ну. Мимо. Мимо. Нормально, она ж на косу села. И в лицо прям, бум! Не убили! Это что за булыжник? А, это взрывы. Тебе удобно так ходить? Скажи, пожалуйста. Она типа ведьма. Она летит на своей косе. Давай. Не попала. Хорош! Одна нога только торчит из дыма. Я ж прям крепкая девушка. Прикинь, таким булыжником по голове. На, она как-то пофиг, как говорится, пошла дальше. Ой, так, раз, два, три, четыре.
Нифига себе, тут накрутил. Ага. Влад появился у нас в распоряжении. Здесь Сариса. Катапульты. Ну, мне кажется, Владами можно все это разрешить. Влады мощные перцы, у них бревно. Давай, 7 Владов. И немножко Сарис. Так, в виде поддержки. Ну, что опять случилось? Ну... Вам действительно так удобно держать копья? Заднеприводные, блин, какие-то попались. Хорошо, старт. Берем Влада себе одного. Идем, как говорится, тыкать палками всех. Катя-катя-па! А я пойду вот к этим чувакам. Буду лавировать. Хоп, не попали. Буду отвлекать их. Ух ты! Вау! Нормально. Накол его. Отлично. Че, опасные? О, господи, я тут всех перебил уже. Че вы мне помогать пришли? Я тут главный. Прилег. Прилег. Отдохнуть. Да, Влад, это была находка. Они все выжили, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, все Влады выжили. Изи, тут можно было трех Владов, наверное, поставить. Богохульники. Называется эта карта. Мне дали полторашку всего лишь. Есть джестер. Ну, джестер это неплохо. Бравлер, так. О. Он мне предлагает в него вселиться, да? Ну, не знаю, мне кажется, можно попробовать джестерами. Хотя там копейщики есть. Копейщики быстро этих джестеров уработают. А посмотри, как они сами это делают. Ну да, ведь копейщик сразу в джестера кидает копье и все. Смотри, как он увернулся, копье. А, и этот чувак просто жахнул. Да, здесь надо что-то дальнобойное брать. Тут ни в коем случае милишники не должны быть, потому что там маг. Что есть дальнобойное? А, катапульта есть. Есть арчер, катапульта. Что, получается, катапульта. Одна катапульта, и нужно как-то очень умело пацанов водить. Бейлерами, наверное. Даже можно вселиться в одного из них. На охране катапульт стоять. О, отлично, прямо ему в затылок прилетело. Прикинь, я пережил взрыв этого мужика. А, катапульт уже убили. Нет, катапульта что-то тоже не вариант особо. Видимо, через этого чувака. Этим чуваком я остановлюсь. А там просто нужно мясо. И желательно, знаете, как мясо поставить так, чтобы они шли к нему. То есть одного здесь, одного здесь. Одного здесь. Чтобы отвлекали. Одного здесь. Одного здесь. А сам вселяюсь в этого чувака и начинаю плодить ворон. Мне кажется, это единственный правильный вариант здесь. Да капец, я опять в этом же месте, я забыл. Хорошо, применяем заново эту штуку. Куда можно его поставить, чтобы... Сюда давай попробуем поставить его. Так, здесь клабера. Здесь одного. Здесь, здесь и здесь. А что-то я где-то двоих воткнул, да, случайно? Да. И есть такое место. Все. Сам вселяюсь в этого чувака и начинаю плодить просто ворон.
Все, сижу на месте. Наблюдаю. Неплохо ворон-то положили там все. Отлично, они ко мне не идут. Значит, у меня довольно... Ой, пошли ко мне. Много времени должно быть. Так. Главное лучников, магов всех повырубать. Маги идут ко мне. Черт. Ух ты. В меня чуть не попали. Есть, маг вальнул. Отлично. Отлично, остался вот... Кто каркает? Вон там два пацана осталось. Супер. Страта сработала. Все, это победа уже. Сейчас эти вороны добьют. Да! Великолепный ворон. Прикольный ворон так сидят. Жалко, очень темная картинка получилась. Надо было повернуться к солнцу. Ну, окей. Пройдено. Ого. 4800. Что у нас есть? Зевс. Тут понятно, что нужно делать. Надо зевсить по полной программе. Чем будем защищаться от этих говнюков? Чем? Наверное, гоплитами. Почему бы и нет? Можно даже еще фермера одного воткнуть. Let's go! Ну, тут они сами справятся, я думаю. Ух, хорош. Что-то... Где цепные молнии-то? Господи, я не вижу. Сейчас вас завалят так, эй. Стреляйте! Во-во-во-во-во, опасно уже! Не подпускайте их! Нормально, справились. Изи! Зомби захвачены бандитами. Зомби захвачены бандитами. Понятно, как называется? Кто тут зомби и кто тут бандит, я так и не понял. Можно берзеркерами напрыгнуть на них. Так чисто поржать. Вот, а сзади поставить отравителей. Тоже чисто поржать. Смотрим. Панч, панч, панч. Берзеркеры, смотри, пошли рубить такие. Отлично, отлично, руби, кромсай, как говорится. Фига себе, они там тяпки какие делают. Смотри, как прыгают. На! И зарубают их просто. Победа! Изи! Огромный зомби. Огромный зомби. Согласен, наблюдаю. Есть баллиста. А из баллисты, мне кажется, довольно легко огромного зомби лупануть. Только если этой баллистой буду и управлять я. Вот. Да я думаю, даже можно еще целый арсенал баллист поставить. И щитовиков. Зевсы будут валить мелких, по идее. Щитовики будут отвлекать для начала толстого. Я вселяюсь в баллисту и фигарю. Блин, промазал-то, прикинь. Попадаем, но что-то он толстый. Давай прям. Капец, жесткий. Надо было попадать изначально. Смотри, рукой поймал копье. Охренеть. Сколько у него жизни осталось? Так, понял. Надо больше баллист. Больше баллист, богу баллист. Так, вот этого Зевса надо куда-то подальше убрать для начала. Точно в гиганта надо стрелять. Я попал? Нет, я не понял.
Да какой он живучий-то, а? Зевс слишком рано пришел, Зевс. Готов. Все, можно выселяться. Теперь надежда на то, что ребята сами справятся. Вот он один. Двое. Из-под гигантского зомби выползают. Что ты делаешь с его ногой? Что ты делаешь? Что ты делал с его телом? Победа! Блин, тяжело. Бесенье. Бесенье, ребята, это бесенье чуваки какие-то. Это фейерверкные лучники. Ой, боже. Ой-ё. А что мне дали? 14200. Бесенье. Артемиду мне тоже дали. Влада дали, кстати. Может, Владами все закидать? Давай поставим одну Артемиду. Кучу Владов. Так, а прыжки меня убрали, да? Жалко. Ну, несколько гоблетов, так, чисто, чтобы были. Поперли! Так. Мне кажется, мне нужно напасть на их Артемиду. Давай, вали ее! Вали ее! Отлично, завалил. Все, теперь мы победили. Да, 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 детка, победа будет наша! Ого! Сейчас, такое ощущение, сейчас как воткнет сюда в землю этот столб свой. Че, все, нет? Все, я прошел! Старался. Я старался, видимо. Фух. Ну, на самом деле, самые сложные уровни были в самом начале. Потому что там самая проблема была, то есть ты должен управлять одним человечком, там куда-то что-то. Дальше, когда куча денег, там много всяких вариантов. И легко довольно-таки уже проходилось. А вот, конечно, в начале я страдал. Нет, ну, хорошо. Хорошо, good, мне понравилось. Вполне себе. Можно было, конечно, более зомбяческим это каким-то сделать, мне кажется. Но вполне себе неплохо получилось. На этом пока. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, в описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Всем пока.